Всех приветствую, дорогие друзья. Ну вот, попросили, прислали баян этюд стандартный. Попросили снять видео. Я, честно говоря, уже столько их сделал, столько видео, что... Так, что у нас представляет инструмент? Слушай. Классно звучит? Да. Нравится? Да. Потому что я играю хорошо. Что классно звучит, но играть тяжело. Шуба. Не знаю, сейчас подробненько покажу все. Отойди, сынок. Тут у нас много нюансов. Удобрение ремни под замену. Тут у нас забиты гвозди железные. Понятно, тряпки все меняем. Ну, это что касается косметики. Здесь все, кстати, все на месте обычно, вот эти вот дерево. Тут джел желтое, это я перекрашу. Корпус полировать. Мех целый. Но внутри понятно примерно, что там делать. Короче, будем делать, будем разбираться. Так, этюдик мы делаем, короче. Вот у нас разложено все. Так, клапаночки под замену. Так, вот это сейчас шлифану уберу. Так, что у нас здесь? Так, резонаторы зачищены, полукорпус, мех, лидеринчик будем менять, краску я счистил со всех трех решеток, ну короче, работа продолжается. Ну, пока Родик занимается, тут у нас все резонаторы развалились, и верхушки, и низа, вот склеиваю. Так, дорогие друзья, ну что, клапана ставятся, вот видите, новый, все, новенькое, левая тут уже встает у нас клапаночки. Много, кстати, клавиш, кнопок, вот, у них усики, короче, пообламывались. Донора нашел, буду с другого баяна некоторые клавиши брать, там, если понадобится, кнопки перепаивать. Так, колесико я нашел, сейчас его ремонтирую, сюда вставим. Вот, ну, короче, двигается работа. Резонаторы склеился, все развалились правые. Вот этот левый ничего вроде, правые развалились, сейчас склеились они, залоги поменялись. В общем, будем восковать, собирать, делать. Дорогие друзья, полностью вот новые залоги. Ну, в принципе, практически традиционно меняю все. Ну, не часто я оставляю какую-то часть, когда, ну, гарантирование нормально. Здесь вот все поменял. В таких баянах типа и тут предпочитаю менять все. Все новые залоги, сейчас под заливочку. Резонаторы склеились все. Вон кучкой там лежат. Все развалились подошвы, но не так сильно. И вот дело в том, что есть такой нюанс, когда она вроде не сильно разваливается, это не очень заметно, но воздух оно подсасывает очень прилично, и при этом кривизна подошвы и, короче, и со всеми вытекающими все набирается, налетает, вроде бы целое, вроде бы работает, играет, но играет не так, как надо. Дорогие друзья, ну что, вот баянчик этюд у нас обычный, стандартный. Так. Вот в таком состоянии у нас залоги, сейчас покажу. Что-то темнит у нас. Во. Видите, все как красивенько, новенькое, заваскованно.
все заделано, все крепко, надежно. Вот, сейчас будем набирать левую механику. Точнее, механику я набрал, клапана заменил. Сейчас будем набирать клавиши, кнопки, короче, наши. Кнопочки. Тут вроде мягенько все. Все нормально. Ничего тут не мешает, все плавно ходит. Колесико отремонтировал. Собрал его, склеил. Сейчас оно нормальное, короче, крепкое. Все, в общем, короче, начинаем собирать. Так, ну что, движемся к финишной прямой. Осталось нам, получается, обклеить розетки резонаторов. Вот они выровнены, видите, даже второй слой проступил тут. Ну ничего, нормально, сильно кривые были. Обклеить розетки резонаторов, установить. Потом что, настройка. Настройка тут, механику подровнять, где-то притрение убрать. Вот такое уже окончательное сделать. Левую я набрал, вот она стоит, все там хорошо. Корпус полирнуть, короче. Ну и, в общем-то, баянчик готов. Дорогие друзья, вот у нас очередная тульская артель. Мне ее прислали на ремонт, попросили слезно попросили заснять ремонт. Ну, естественно, каждую там бзюльку я снимать не буду. В общем, покажу, что буду делать. Вот такой баян по корпусу более-менее для его возраста. Не сильно там ржавый, не сильно ушатанный. Кнопку зажимаешь, но терцами хорошо играет. Одно. Смотрите, клево, да? Нажимаешь, как на синтезаторе, автогармонизация. О! В общем, бывает такое, что пациент больше мертв, чем жив. Этот пациент немножко больше жив, чем мертв. То есть 60-40. 60% жив, 40% мертв. Вот. Нам надо сделать, чтобы он был у нас жив на 100%. Будем возвращать. Сразу как бы хотелось бы добавить, я постоянно говорю, еще раз напомнить, что разница ремонта между баяном, у которого все клапана пропускают и все голоса там отвалились, и у которого не все клапана пропускают и не все голоса отвалились, абсолютно одинаковая. Потому что мне в любом случае весь этот старый ВОЗ счищать, ремонтировать резонаторы, менять залоги ваши все, менять клапана, регулировать подъем и так далее. Все делать. Ну, такое, кривенькое все, старенькое, конечно. Ну, ничего, вроде жив. Короче, будем делать. Вот такой вот баянист тульская артель. Ремонтируем. Дорогие зрители, тульская артель. Вот, обклеиваю резонаторы новой кожей. Пришлось старую снимать. Старая кожа, кстати, на них мягкая стоит. Но, знаете, в общем, из-за деформации деки деформировались и резонаторы, и очень плохое прилегание было. Пришлось все убирать, вышлифовывать. Причем, знаете, геометрия-то здесь я не идеальную пришлось сделать, а пришлось ее подгонять под некоторые деформационные такие легкие углубления деки. Но это получше будет, потому что если идеально ровную сделать, то будет, не будет прилегания. Короче, иногда приходится и так
так сказать, халтурить, не знаю, либо это, как это назвать, высококвалифицированной работой, либо хитрожопой халтурой, не знаю. Но как бы я делаю так, потому что дека вряд ли там уже сильно деформируется, а прилегание плохое, поэтому прям под деку подгоняю все вот изгибы, все. Вот, сейчас обклеиваю новой кожей. Сюда в середку я тоже люблю вот проклеивать, для настройки удобно. Просто сюда себе тоненькую кожу, даже просто можно даже пониже, чем вот эта кожа. Просто вклеить формально, тут даже не обязательно ее идеально делать. И прикрываешь просто бумажкой одно отверстие, и удобно настраивать поочередно, чтобы там постоянно не блокировать каждый голос при настройке, неудобно. И во-вторых, там, когда блокируешь голос, неправильная настройка идет, она идет неправильно. То есть предварительную настройку лучше делать, да, здесь проклеить, голос прикрыть один, и все настроить в один тон. А потом уже, когда вместе два голоса звучащих, если хочешь финальную настройку сделать, ну прям, чтобы было по фэншую идеально, уже легче два голоса, которые настроены одинаково, они вместе звучат, они немножко дают другой, там, допустим, если оба настроены даже в ноль, будет, возможно, минус где-то в двойном звучании. Потом уже два голоса по ходу подтягиваешь одинаковым количеством движений, надфиля там или, допустим, шабера, и уже подгоняешь. Ну, это если надо. Вообще хватает предварительной настройки для вот любительских инструментов за глаза. Строит хорошо, такого никакого фальша, ничего нету, нормальный строй. Так, ну так, если хочется позаморачиваться, какой-то профессиональный, очень дорогой баян двуголосный. Если просит какой-то профессионал идеальной настройки, то уже придется, короче, это будет как предварительная настройка, потом финальная. Ну, короче, и так далее. Все по обстоятельствам. Так, камеру так спонтанно установил. Тульская артель. Дорогие друзья, похожу на строй баяна. Строй баяна перед тем, как я его буду настраивать. Чаще всего я настраиваю правую, а левую не всегда настраиваю. Чаще всего бас сохраняет как бы строй. Но бывает, когда сильный разлив, конечно, приходится весь его прорабатывать. И аккорд, и бас. Бас трогаю редко, аккорд трогаю чаще. Правую настраиваю почти всегда. Вот, но здесь вот, значит, надо настраивать левую. Вот послушайте, как она звучит. Явный разлив. На разжим еще, ну, сносно. Здесь тоже терпимо, но значительно хуже. Ну вот сейчас я буду настраивать, все пробегусь, настрою все, короче, просто настрою все, чтобы был одинаковый ответ, уменьшен был расход воздуха, динамика была одинаковая, естественно, был одинаковый строй. Вот такие вот дела. Правая, кстати, звучит неплохо, но тоже буду строить все. Ну, здесь вот прям откровенная лажа. Здесь разный строй на разжим-жим. Хотя... Видите, небольшие вибрации. В принципе, так сносно. Но как эффект хоруса. Ну, строить все, грубо говоря. Тут ничего не поделаешь. Нужно его настраивать. Нужно его строить. В общем, работаем. Дорогие друзья, хотелось бы записать вам очень интересное видео. Видео сравнения разных советских баянов. Дело в том, что по счастливой такой случайности получилось так, что у меня вот несколько инструментов, которые присылали на ремонт, я отремонтировал. Ну, я попросил собственников инструментов не торопиться с тем, чтобы я высылал их обратно, а придержать инструменты для того, чтобы я мог снять данное видео. Данное видео именно для сравнения. Сравнение чего? Как приблизительно будет звучать ваш баян, который вы хотите приобрести, отремонтировать и так далее. Вот. Но есть нюансы. В зависимости от изношенности инструмента, даже после ремонта, некоторые баяны несколько отличаются друг от друга. Например, вот баяны Этюд у меня некоторые после ремонта представляли из себя просто
железобетонную компрессию, просто стальную и достаточно небольшой расход воздуха. И с теми самыми же работами некоторые баяны этюд все-таки несколько уступали, допустим, по расходу воздуха и так далее. То же самое касается тульской артели. Но в общем, характеристики звучания инструмента, их какие-то качества именно музыкальные, в принципе, впечатление по данному видео, я думаю, ну, общее как-то так, такое объективное можно составить. Первый баян – тульская артель. Я сейчас сделаю нарезку, допустим, одних и тех же произведений, и на видео буду сразу их менять, чтобы, ну, было сразу видна, слышна была разница вот на границе звучания одного инструмента и сразу звучания другого, без пауз, чтобы слух не успевал перестроиться, чтобы вот сразу чувствовалась разница. Ну, начнем с чего-нибудь медленного. Какую-то надо песню выбрать. Ну, давайте что-нибудь вальсообразно. Например, давайте «Выйду ночью в поле с конем». Она мне не сказала бы, что я прям большой поклонник этой песни, но ее народ любит, как бы, и в принципе часто исполняет. Ну, буду играть по-простому, для того, чтобы, ну, одинаково исполнять, чтобы была слышна разница инструментов. Ну, поехали сразу. Так, наш ремень вылазит, тут у нас выскакивает немножко. Ну, ремни как бы просили не менять, вот по корпусу ничего вообще не делать. Сказали, ни мех, ни лидерин, ничего, просто сделать звучание. Баян весь настраивал, буквально весь, получается, и левую, и правую полностью заменил залоги, перевозковка, клапана слева-право, регулировка, механик, ну и так далее. Вот, мехом поработал. Компрессия очень хорошая для этого баяна. Вот, несмотря на то, что он немножко двигается, но... это мелочи. Вообще компрессия хорошая, расход относительно небольшой. Например, что-нибудь такое веселенькое. Ну вот, старое, что это. Thank you.
Баян «Тульская артель». Сейчас беру другой баян, но нарезки не будет этого промежутка, скорее всего. Хотя, не знаю, может быть, просто по очереди все сделают. Ставим «Тульскую артель». Сюда. Берем баянчик «Рубин». Что у нас тут? Ремень у нас пристегнулся. Сейчас мы его пристегнем. Те же самые песни. Так, что мы там играли? У самовара. У самовара играли. И что там? А, коня. Так, у самовара. Потяжелее на этюде играть, на «Тульской артели» полегче. Так, ну и рубинчик. Так, красавку второго ставим сюда мы. Так, коня у нас, да, получается, играем мы.
вот такие три инструмента. Наверное, сделаю прямо вот сплошняком, как я иду, без купюр, без ничего. И попробую нарезку сделать. Время нужно, конечно, но попробую найти. В общем, такие вот дела. Вот такие три баяна. Я для себя, допустим, выводы сделал уже очень давно. Очень давно. Вот я играю на трех баянах, вот, и я просто понимаю, какой баян несоизмеримо лучше. Ну, просто это понятно. Итак, по ощущениям игры, я надеюсь, что видео передаст мое отношение к каждому из инструментов. То есть, ну, это чувствуется, когда вот исполнитель играет, на каком инструменте играть легко, на каком тяжелее. Ну, это важно. А выводы вы делаете сами. Я инструменты эти не продаю. И у меня магазина нету. У меня есть много там БУ инструментов всяких. Отдают, присылают. Я там покупаю где-то, покупал раньше. Вот. А так магазина нету. Это инструменты, все три инструмента, это инструменты, которые прислали на ремонт. Это основное, чем я занимаюсь. Я ремонтирую инструменты. И очень редко продаю. Если я и продаю, то я продаю как бы инструмент. Я вам вообще дарю, в принципе, БУ. Я продаю только свой ремонт. Ну, чтобы понятно было, как бы так, в двух словах. То есть у меня не какая-то там барыжная мастерская, где-то там стоит там 50 инструментов на продажу. Нет, такого нету. У меня мастерская, я их ремонтирую. 99% случаев это ремонт инструментов, а 1% это продажа. Вот, ну и так далее. Короче, сейчас будем делать видео.